Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения недавно выявил, что 42% российской молодежи восхищаются успешными предпринимателями. Но статистика утверждает, что больше половины новых фирм прекращают свою деятельность в течение первого года. Как обнаружить в себе талант предпринимателя и стоит ли открывать собственную фирму? Какими деловыми навыками должен обладать успешный бизнесмен? Сколько нужно иметь денег, чтобы открыть свое дело? Какие препятствия приходится преодолевать отечественным предпринимателям? Об этом в программе «Совершенно секретно». Предприниматели всегда рискуют, когда начинают новое дело. Однако реальность и опыт уже состоявшихся бизнесменов доказывают, что четко спланированный и заранее просчитанный бизнес-проект оказывается вполне жизнеспособным. Этот тезис является актуальным для любой сферы деятельности, от производства пончиков до продажи предметов искусства. Кроме того, есть еще один фактор, который является движущей силой любого начинания – это вера в себя. Александр Федоров обрел это чувство только после нескольких лет жизни в США. Каждый человек должен зарабатывать себе деньги. Вот Америка для меня это дала. Да? Америка, так сказать, вот эту вот пелену с глаз, где там государство, родная коммунистическая партия во главе там со Сталиным, Брежневым или Хрущевым, неважно с кем-то, что они там о нас заботятся, что вот они нас там вот самые. Вот весь этот бред, он прекратился, и открылась реальная жизнь. Что в реальной жизни, да, она немножко жестче, чем казалось бы. Но, с другой стороны, она во многом гуманней. Вот парадокс состоит в том, что вот эта прагматичность и вот эта конструктивность, нацеленность на результат, он значительно гуманней пустой демагогии на кухне. Александр Федоров, основатель и владелец крупнейшей в России сети бутиков женского белья. Когда-то он начинал с небольшого магазина, где продавалась продукция лучших мировых марок. Это было в 1992 году. Никто из его друзей тогда не верил, что бизнес-идея Федорова окажется успешной. Однако время расставило все по своим местам. Сегодня годовой оборот фирмы Федорова более 100 миллионов долларов. Его магазины находятся практически во всех крупных городах России и Украины. В 92-м году не было ни одного специализированного магазина женского белья, а очень хотелось, чтобы было. Вот. И тут вот как раз опять-таки вот эта моя черта, когда вот что-то захочется, а потом начинаешь реализовывать. Вот захотелось, чтобы в России были хорошие магазины женского белья, именно для женщин предназначенные, чтобы им было там красиво, уютно, чтобы им нравилось туда ходить, чтобы нравилось там покупать. Александр Федоров родился в Норильске в 1956 году. Учился в самой обычной школе, но уже в юности отличался от сверстников упорством и самостоятельностью. Сколько помню, мама все время работала. Приходилось работать поздно, часов 8-9. Вот. Мама у меня была бухгалтером гастронома «Енисей», сначала главным. Это такой один из крупных, тогда был самых крупных гастрономов в Норильске. А потом была бухгалтером комбината Норильского по продовольственной рознице. А отец у меня был слесарем, автослесарем. Ну, отец был рукастый, то, что называется, человек. Он дома сам все делал и так далее. Умер, правда, рано. Мне было... Я в пятый класс пошел. Так что в основном с мамой мы, так сказать, мое сознательное детство проводили. В 10 классе в руки юному Александру попалась брошюра «Увлекательная астрономия». Жизнь квазаров настолько поразила юношу, что он решил заняться наукой. В 1973 году он поступил в Московский физико-технический институт. После его окончания некоторое время работал в НПО «Энергия», где ему пришлось заниматься разработкой антенн для космических станций. Это никак не вязалось с его мечтой изучать жизнь других планет и созвездий. Спустя несколько лет он уволился и стал заниматься торговлей. Я это называю фрилансерство. То джинсы продашь, то сигареты продашь, то там... Ну, так вот, слонялся по жизни, ничего не делал. В 1988 году Александр Федоров открыл свой первый кооператив, который занимался продажей компьютерной техники. Предприятие стало приносить прибыль. Но в этот момент Александру предложили переехать в США, и он, почти не задумываясь, согласился.
Там одно время он продавал квартиры, потом профессионально занимался фотографией. Когда я и люди моего поколения росли, ну, по крайней мере, давайте я про себя буду говорить, да, вот существование Соединенных Штатов Америки или существование Франции или Италии, это была вещь абстрактная, теоретическая. И когда страна открыла свои границы и появилась реальная возможность увидеть это не только в кино, а живьем, ну, я, конечно, сразу захотел все это увидеть. Мне казалось, что это очень большая удача, что можно взять и поехать. Но к тому времени я уже познакомился. У меня были друзья американцы, они прислали мне приглашение туда. Я поехал туда, ну и там закрутился, скажем так, на пару лет, а потом вернулся в Россию. В Россию вернулся, знаете почему? Потому что в России все происходило, в России было значительно интереснее, чем в Америке. Хотя Америка очень много мне дала для становления, ну, характера, мировоззрения. В 1992 году, после возвращения в Москву, Александр Федоров вместе с друзьями открыл свой первый магазин белья. Идея этого бизнес-проекта была подсмотрена в Америке. Там до сих пор существует сеть магазинов, которые сделаны исключительно для женщин. Их отличает красивый дизайн и богатый ассортимент товаров. В США эти бутики пользуются огромной популярностью. Американская концепция понравилась Александру Федорову. В России он воплотил ее в жизнь. В магазинах Федорова продается женское белье лучших модельных домов мира. Потрясающая прям чашечка. Вот еще вот такой, да, есть цвет? Да. Есть два варианта трусиков. Такие классические, необычные. И такие шортики. В магазинах Федорова можно купить самое модное, но при этом очень дорогое белье. В 2004 году Александр решил сломать устоявшийся стереотип. Он открыл в Подмосковье цех по пошиву современного качественного белья и текстильную фабрику в городе Гагарин. Новые модели создаются и производятся без привлечения иностранных специалистов. Материал также отечественный. При этом продукция ни в чем не уступает западным аналогам. Есть, ну, например, такие вещи, как национальная гордость. Ведь Россия никогда не делала текстильную продукцию, которая соответствовала бы мировым стандартам. В России этого практически не делалось. Даже если делалось, то это какие-то единичные случаи. А мы создали высокотехнологичное производство, которое не уступает, а в некоторых аспектах, на мой взгляд, даже превосходит аналоги. Мы производим очень высококачественное белье. И сам тот факт того, что вот российская текстильная промышленность благодаря нам тоже получает дополнительное развитие, это доставляет большое удовлетворение. Сегодня в империю Федорова входят более 300 магазинов розничной торговли, интернет-магазин, швейный цех и огромная фабрика. Оборот его компании составляет более 2 миллиардов рублей в год. И все это только благодаря настойчивости и колоссальной трудоспособности. И хотя у Александра большая семья, жена и трое детей, свое дело дает ему возможность самореализации. Для меня зарабатывание больших денег никогда не было самоцелью. Хотя, конечно, больших денег хочется всем, иметь большие деньги приятно. Для меня всегда было целью создания чего-то, да? То есть мне очень нравится что-то создавать. Какой-то конструктив должен быть в деятельности. И если этот конструктив реально востребован, если он нужен, ну, естественно, за этим следует там больше или меньше деньги. Трудолюбие и внутренняя дисциплина – неотъемлемая часть характера любого бизнесмена. Без них просто невозможно эффективно работать и получать прибыль. Все мои знакомые, люди творческих профессий, дизайнеры, стилисты, если открывают свой бизнес, то, как правило, имеют компаньонов. Имеют людей, которые выстраивают им бизнес-план, и по которому надо идти, надо работать, чтобы бизнес приносил деньги. Влад Лисовец – модный стилист и неизменный персонаж московской светской тусовки.
Предмет его особой гордости – собственный салон красоты в центре столицы. Он с удовольствием рассказывает обо всех нюансах своего бизнеса, и совершенно невозможно поверить, что когда-то, всего 10 лет назад, у него не было абсолютно ничего. Ни квартиры, ни работы, ни денег. Залогом своего успеха Влад считает трудолюбие и удачу. Я никогда, в принципе, вот так внутренне не был наемным рабочим. То есть даже когда я работал где-то в салонах, принадлежавших тогда еще государству, тогда не было ничего частного, это салоны были государственные, я работал в государственных салонах, я все равно был сам по себе. Мне разрешали позже приходить, мне разрешали раньше уходить. То есть мне шли на уступки, но это все благодаря тому, что я качественно выполнял свою работу, да, то есть я не халтурил. Влад Лисовец родился и вырос в Баку, столице Азербайджана. После окончания 8 класса пошел учиться в ПТУ, планируя стать парикмахером. В отличие от одноклассников, которые видели себя будущими военными или врачами, он с детства мечтал научиться делать людей красивыми. Профессиональный успех в родном городе пришел к нему быстро. Но Владу хотелось добиться большего. В 1994 году молодой парикмахер приехал в Москву. В кармане у Влада Лисовца было всего $100. Первое время он работал в парикмахерской при обычной бане, жил в коммуналке. И так продолжалось бы, наверное, долго. Однако талант молодого парикмахера не остался незамеченным. Вскоре ему предложили место в салоне, который находился в телевизионном центре Останкино. Влад очень быстро зарекомендовал себя как необычный и высокопрофессиональный мастер. Теперь именно к нему перед съемками стали заходить на укладку волос и макияж звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди его постоянных клиентов были Валерий Леонтьев и Ирина Понаровская, Авраам Руссо и группа «Блестящие» в полном составе. Потом приходит момент, когда тебя совсем перестает устраивать то, что происходит вокруг тебя. И тогда я ушел. Я просто ушел в никуда, ушел из салона и работал 5 лет на дому. Принимал дома, ездил по домам. Я обслуживал людей, тех, кто мне нравится. Я обслуживал людей, кому нравлюсь я, естественно. И, соответственно, у меня был свой прайс, все было по-своему, я работал теми красками, которые хотел, покупал те препараты, которые меня устраивали по качеству. В течение 5 лет Влад Лисовец работал как частный мастер-стилист. Однако спустя некоторое время любимое занятие перестало приносить удовлетворение. И Влад резко изменил направление своей деятельности. Он стал заниматься дизайном интерьеров. Одно из моих увлечений в жизни – это люстры. Я делаю эскизы. По моим эскизам мне изготавливают каркасы. Потом я их крашу и привожу из Чехии стекло и декорирую их. Возможно, Влад Лисовец смог бы преуспеть и в этой области. Однако вскоре ему позвонила одна из его прежних клиенток. Она очень преданная, очень нравилась, как я ее стригу, как я ее крашу. Она спросила меня, в чем проблема. Она мне звонит уже 3-й раз, уже прошло 4 месяца. Она говорит, я была там в одном салоне, была в другом. Ну вот, ну я не чувствую, вот они не чувствуют меня. Вот так, как ты делал, так не делает никто. Что произошло? Ну, я объяснил ситуацию, что ну, я просто не могу, я уже взрослый человек, и стричь дома, для этого снимать квартиру, чтобы, ну, это все ужасно, это все не уровень, и я к этому не готов. В том разговоре Влад обмолвился, что хотел бы открыть свой салон. Правда, он даже не представляет, с чего нужно начать. Мне сказали, что ты будешь работать на санэпидемстанцию, ты будешь работать на пожарников, ты будешь работать на, в общем, и все остальное, не буду сейчас перечислять, все, значит, пожарное подразделение, которое ко мне, значит, заявилось там с начальником, тоже абсолютно люди пришли и просто объяснили, как должно быть все сделано. На следующий день клиентка предложила Владу несколько помещений, которые сдавались в длительную аренду. Лисовец решил рискнуть. Он арендовал первый этаж старинного здания, где вскоре начался ремонт. Но тут возникла другая проблема. Собственных средств на стройматериалы, отделку, оборудование катастрофически не хватало. И тогда мастер обратился за помощью к своим друзьям. Мои друзья
Когда я обратился к ним и сказал, что у меня не хватает какой-то там суммы, части, да, там 30% или 25%, я сейчас уже не помню, и попросил их одолжить мне на какое-то время, и когда они меня спросили, а как быстро это отобьется, и я человек, не понимающий ничего в бизнесе, я, в принципе, сказал, что как бы там ни было, я отвечаю, что я буду стричь день и ночь сам, если бизнес не пойдет. Я буду сам стричь день и ночь, я вам верну эти деньги. Они мне поверили. Бизнес-проект Влада Лисовца оказался удачным во многих отношениях. Салон стабильно работает вот уже 3 года. За это время Влад собрал вокруг себя группу единомышленников. Их, кстати, немного, всего несколько человек. Профессиональные стилисты в состоянии выполнить не только классический заказ – стрижку, укладку, окраску волос, но и превратить прическу клиентки в настоящее произведение искусства. Времени на личную жизнь у Влада почти не остается. Он до сих пор холостяк. Сегодня детище Лисовца приносит своему владельцу не только моральное удовлетворение, но и солидную прибыль. Оборот предприятия около 15 миллионов рублей в год. При этом Владу удалось сохранить вполне конкурентоспособные цены. Клиенты салона редко оставляют в кассе сумму, превышающую 3000 рублей. Я сейчас всех успокою, кто хочет открывать этот бизнес. Я вам скажу так, сложно открыть, а работать уже не сложно. Все проверки, которые приходили ко мне, они, как правило, помогали мне. Может быть, я так воспринимаю этих людей, я не знаю, позитивно. Проверка по, допустим, по защите прав потребителя. Люди пришли мне и объяснили, они сказали, у вас есть нарушение, нарушение у вас везде. Мы вас не штрафуем, но вы должны сделать то-то, 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 то-то. Все, что они сказали, я сделал. Это все абсолютно правильно. Хорошие отношения Влада Лисовца с фискальными органами скорее исключение, чем правило. Как показывает практика, всевозможные проверки съедают большую часть прибыли любого бизнесмена. Это в том случае, если дело уже налажено. Когда идет речь только о становлении, будущий бизнесмен должен запастись нечеловеческим терпением. Надо иметь бычьи нервы, потому что то количество административных препонов, которые должен преодолеть и на стадии открытия бизнеса, и потом на стадии ведения собственного дела, ну, оно, конечно, находится за гранью добра и зла. Не говоря уже о налоговом рэкете, тут, собственно, даже президент его, наше налоговое администрирование, называл налоговым рэкетом. Так что, а чего уж дальше ходить за примерами. Поэтому, конечно, у нас обстановка для малого бизнеса, мягко говоря, не очень благоприятная. В России потенциальный бизнесмен, прежде чем начать работать, должен сначала зарегистрироваться в надлежащих органах и получить лицензию на свою деятельность, если она необходима по закону. Потом начинающему предпринимателю нужно встать на учет в налоговых органах, составить бизнес-план, подготовить учредительные документы, открыть расчетный счет в банке, заказать печати предприятия и собрать еще около 20 документов из различных инстанций, например, фондов пенсионного и социального страхования. Опыт показывает, что если действовать самостоятельно, то процесс регистрации может затянуться на несколько месяцев. Однако здесь время и деньги можно сэкономить. Сегодня консалтинговые фирмы оперативно зарегистрируют ваш бизнес за $250. Если мы говорим о законности, если это обращаетесь вы в какую-то юридическую фирму, да, у которой есть, или же в организацию, которая легально занимается данным видом бизнеса, даете им доверенность, она от вашего лица не подписывает документы, да, а ходит по каким-то инстанциям, а вы занимаетесь подготовкой тех или иных организационных моментов формирования своего бизнеса, здесь ничего плохого нет. Если же это идет, знаете, так, отдали и в конверте, получили в конверте, или же купили какую-то фирму, в этом есть определенная опасность. Потому что когда вы покупаете ту или иную организацию, вы не знаете ее истории. И проверить ее довольно-таки сложно.
Еще одна серьезная проблема – коррупция. Взятки чиновникам уже давно стали серьезным поводом для разбирательства. Российское законодательство в отношении малого и среднего бизнеса несовершенно и является прямой причиной массовых поборов в отношении предпринимателей. Особенно на первом этапе открытия собственного дела при регистрации предприятия. Когда встречаемся мы с предпринимателями, они, конечно, жалуются, что да, есть определенные административные барьеры. Вот для этого в городе Москве принято ряд постановлений, которые позволяют, во-первых, сократить объем документов, которые предоставляются при регистрации. В административных округах созданы специальные комиссии, которые не более чем в течение 10 дней рассматривают подачу документов при регистрации. Во-вторых, в городе у нас пользуются поддержкой именно те предприниматели, которые входят в реестр малых предприятий города Москвы. Они сразу вот в этом плане получают определенные преференции. Это, в общем-то, вот одно из форм поддержки малого бизнеса в городе Москве. До недавнего времени в Москве, как и во всей России, действовала достаточно громоздкая система проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Обычный продовольственный ларек на улице имели право проверять около 25 государственных структур. Здесь и участковый милиционер, и пожарные, и санэпидемстанция, налоговые органы, архитектурно-строительный надзор, Центробанк. Список огромный. Многие вот такие проверяющие, они почему-то считают, что вот тот, кто занимается предпринимательством, он очень богато живет, у него постоянно есть какие-то лишние деньги, и он должен ими поделиться. Вот задача, наверное, сегодня всех органов власти убрать вот, даже коррупцией не назовешь, это вот криминал, вот по-другому я не могу сказать, потому что когда отбирают теми или иными способами вот, честно заработанные деньги, тогда надо с этим бороться. С другой стороны, мы сегодня прекрасно с вами понимаем, что должна быть и ответственность бизнеса. 14 мая 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о развитии малого бизнеса. Этот документ предусматривает ограничение количества проверок до одного раза в три года. В связи с этим, на мой взгляд, задача, наверное, всех законодателей, всех уровней и законодателей субъектов Российской Федерации, и Государственной Думы выработать вот тот оптимальный подход к проверкам, потому что совсем без проверок нельзя. Тогда появится определенный правовой беспредел, хотя этого слова не люблю, да, и в том числе какая-то анархия. В течение двух месяцев правительство должно разработать и внести в Госдуму соответствующие проекты федеральных законов. Насколько это решение поможет малому бизнесу, покажет время. Однако уже сейчас можно сказать, в руках у чиновников все равно останутся серьезные рычаги давления. И сейчас вот мы никак не можем на следующие 5 лет продлить аренду. Снова ждем, там, пока все подпишут. Вроде все документы сдали, все. Они подписывают и все. Ну, бог его знает. Просто нет уверенности в завтрашнем дне, а хотелось бы вот как-то вот раз, вот, может быть, как-то государственная политика поменялась потом. Ну, я не знаю тут что чего. Просто вот хочется вкладывать деньги, развивать, делать, строить конкурентоспособные корабли. Павел Кокушкин строит корабли. Когда-то он начинал с ремонта собственного старенького катера. Сейчас в рамках его предприятия действуют не только производственные цеха, но и самое настоящее конструкторское бюро. Уникальность завода Кокушкина заключается в том, что он производит не штамповку каких тысячи, а единственный во всех отношениях корабль. Такой подход привлекает обеспеченных покупателей. Человек, строя свой корабль, он все время приходит, все время видит. В процессе он может даже вносить какие-то изменения, но это уже, конечно, если это зависит от капитала вложений, то это переписывается, делается дополнение к договору. И в конечном выходе он получает то, что он именно хотел. То есть человек сказал, мне нужно максимальное пространство. Вот у меня есть такой корпус, хочу максимальное пространство. Мы вот, видите, сварочный шов. Мы на 1,5 метра, на 2 метра удлинили корму. Поставили, значит, туда тракторный дизель. Естественно, дизель мы спереди выкинули. То есть там, где было машинное отделение, стала большая каюта. А в корму поставили вот старая поворотно-откидная колонка со старого импортного катера купили. Ее перебрали полностью, с своей механики все это есть. И вот ее получилось, у нее мотор в корме,
там мотора нет, ни валовой линии, ничего, вибрации нет, и у него в два раза увеличилась обитаемость за счет маленькой переделки катера. Понимаете, да? Не то, что он купил импортную яхту, которая уже все, ничего не сделаешь, ну, там может там магнитофон дополнительный поставить или пару телевизоров, а он получает ширину кровати, высоту потолков, величину кают, вот то, что он именно хотел. Павел Кокошкин родился и вырос в Москве. Учился в обычной школе и ничем не отличался от своих сверстников. Каждое лето Павел вместе с отцом путешествовал по Волге на катере. У отца всегда были моторы, и как мне хватало сидеть заводить этот подвесной мотор, я стал сразу ездить. Ну, там, сами понимаете, для парня мотор, техника. И так вот начал с этим вопросом развиваться. После окончания школы и службы в армии Павел Кокошкин устроился испытателем на автомобильный завод АЗЛК. Несмотря на плотный график работы, он всегда находил время для своего увлечения. Как и в детские годы, он каждое лето уходил в плавание. На своем катере Павел путешествовал по Волге и Оке. Причем корабль он всегда обслуживал самостоятельно. Однажды к нему обратился один из его друзей. Этот разговор определил всю последующую жизнь Павла Кокошкина. Один из друзей говорит, а не хочешь мне помочь? Я тут купил большой катер уже, там, 20 метров. Не хочешь мне помочь его делать? Ты же в этом деле разбираешься. Ну, я его начал делать, потом мне воле случая продал, сам уехал в Канаду жить. Потом другой попросил товарищ помочь сделать. Ну, потом я понял, что, в принципе, на этом можно сделать бизнес же уже. Постепенно любимое хобби стало приносить больший доход, чем основная работа. Павел уволился и стал заниматься исключительно яхтами. Ремонт старых кораблей осуществлялся на базе обычного водного клуба. Позже Павел официально оформил его как экспериментальный судостроительный завод. В самом начале здесь не было никаких условий для работы. Сейчас о тех временах уже ничего не напоминает. На территории клуба стоят крытые ангары. 15 сотрудников фирмы Кокошкина обеспечены всем необходимым инструментом. Пылим, когда ты сырянки пить не будет, вот крышки тут поставили. Не, ну понятно. Вот, а шланги все купили? Все, шланги есть, все, вот они туда же, там бак же соединяешь там и все. А с генератором чего? Все, это работает. А тот где? Ну вот на топ-то, на топ-мотор, вы не забудьте, Игорь, напомнить, что тот на топ-мотор. Нет, это надо записать. Последние годы одновременно с ремонтом Павел Кокошкин стал уделять больше времени производству новых кораблей. При этом бизнесмен при строительстве завода обошелся без каких-либо займов и кредитов. Потом вот это все начало как снежный ком обрастать. Там станочек где-то на металлобазе какой-то нашли на металлоломе, это реставрировали. Там токарный, там фрезерный, там вальцы купили, там гильотина по случаю. Вот это все вот. То есть как вот не было такого срочного кредита. То есть я ни разу в жизни не брал кредита. Я всегда надеялся только на свои деньги. После интервью Павел Кокошкин все-таки признался. Без заемных средств он обойтись не смог. Но это были, как он их называет, дружеские кредиты. Иногда Павлу максимум на месяц-два давали деньги друзья. Но это единственное исключение. Весь свой капитал Павел заработал собственным трудом. Сейчас ежегодный оборот завода составляет несколько сотен тысяч долларов в год. На семью, жену и двоих дочерей времени остается мало. Я провожу здесь 12 часов в день, 7 дней в неделю. Единственное, у меня с женой есть такой договор, что 3 раза в году я забываю про клуб. Это с 1 по 10 мая, на 10 дней на Новый год и август месяц. Но, слава богу, в августе есть активности нет никакой, потому что либо корабли не начали строить, потому что либо они уже закончились. Корабли, которые делает на своем заводе Павел Кокошкин, пользуются огромным спросом. По своей функциональности и качеству они не уступают западным образцам. Но при этом цена яхт Кокошкина на порядок меньше аналогичных иностранных кораблей. Последняя удачная разработка конструкторского бюро Кокошкина – плавающая дача. Полноценный дом, где может проживать семья из 4 человек. Цена такой яхты – 70 тысяч долларов. Если сравнивать ее со стоимостью настоящего загородного дома, а здесь идет речь о нескольких сотнях тысяч долларов, то преимущество водного дома очевидно. Это сумели оценить многие люди. Сейчас завод Кокошкина обеспечен заказами на несколько лет вперед. Однако бизнесмен опасается, что его планам расширения бизнеса вряд ли суждено сбыться. По неизвестным причинам государственные структуры затягивают процесс продления аренды земли, на которой стоит завод.
В любой момент чиновники могут закрыть бизнес Павла Кокушкина. Ну вот эта земля, это же не моя собственность, это, грубо говоря, она в аренде. А аренду можно прервать, согласно договору аренды, ну там, ну, по любому поводу, понимаете? А инфраструктуру надо развивать, а ты деньги-то формально свои же вкладываешь в развитие. И потом вот как вот, например, вот я сейчас делаю там за свои деньги вот эту асфальтовую дорогу. Ну вот мне жена говорит, а как ты ее потом заберешь, если тебя выгонят? Ну там понятно, что вот это кафе можно там разобрать, на дачу перевезти, там ангар, который, вот его можно разобрать в другое место. А дорогу ты как заберешь? С бордюрным камнем, с асфальтом. Теперь Павел Кокушкин мечтает перенести свой бизнес из Москвы куда-нибудь в провинцию. Он надеется, что там ему удастся избежать проблем, связанных с произволом чиновников. Последний год его завод проверяли не менее 30 комиссий, от участкового до представителей Федеральной службы по экологическому надзору. И в каждом случае, за редким исключением, проверяющих, по словам Павла, больше интересовало, сколько отступных они могут получить. В последний раз, не получив взятки, чиновники решили наказать строптивого бизнесмена. Доводили меня, и до суда меня доводили, когда меня пытались снять с директоров клуба, кинули вот сюда взятку на стол $500. Ну, подвели очень красиво, как будто взятки, сразу летели понятые. Так самое интересное, что на седьмой суд пострадавшую сторону привели в наручниках. Ну, понимаете, то есть до абсурда доходил. Но я, естественно, ходил, жаловался на очень большие, да, большие рангу. Но там просто была явная подстава, и просто меня один генерал хотел снять. Вот, то есть это все было, да, и вымогали взятки, и там я в управление собственной безопасности писал письма, и засады делали. То есть через все пришлось пройти, то есть и бессонные ночи, и то есть это жутко что-то было. Вот, и как бы это еще до конца не закончилось. Сейчас уровень административного давления, ну, не говоря уже о коррупционном давлении на малый бизнес, он многократно больше, чем во всех развитых странах, и чем он, безусловно, был, скажем, в первой половине 90-х годов. Ну, цифры известны. До 10% валовой выручки малый бизнес тратит на преодоление административных барьеров. Так интеллигентно выражается, грубо говоря, на взятки и аналогичные поборы. Согласно программе развития экономики России, вклад малого бизнеса во внутренний валовый продукт страны к 2020 году должен достигнуть 60%. Сейчас этого показателя достигли наиболее развитые в экономическом отношении страны мира – США и Франция. В России эта цифра не превышает 15, в лучшем случае 20% от общего объема ВВП. Сегодня новый президент Медведев неоднократно говорил о том, что нужно уменьшать количество проверок, что это необходимо, так сказать, делать, потому что вот бюрократы зажимают бизнес, и бизнес не развивается. Нет, это неправильно. Я прошу прощения, Медведев, что я вас критикую, но это неправильно. Да, проверки нужны, потому что если не проверять, то сожгут, если не проверять, то отравят, если не проверять, то будут неправильные расходы территории. Проверять нужно. Вопрос только в другом. Во всей Европе и в Америке в том числе чиновники проверяют, но не делают выводов. Они не имеют права ни делать вывод, ни наказывать. Это должна делать муниципальная власть. Практика показывает, что для развития частного бизнеса нужно полностью менять законодательство страны. Только тогда можно рассчитывать на бурный рост в этом секторе экономики. Вторая проблема не менее важная. Отсутствие у потенциальных бизнесменов солидного начального капитала. Сегодня ни государство, ни частные коммерческие банки пока не готовы под небольшой процент выделять деньги на развитие бизнеса. Вы знаете, что такое помочь человеку встать на ноги и открыть свой бизнес? Сегодня в России, да, мы говорим о таких суммах, которые никогда и никто, ни один банк, ни одно государство на себя не возьмет. Ну какой, вы понимаете, да, открыть ресторан сегодня. Ну полмиллиона долларов надо обязательно иметь, хотя бы при наличии сегодняшних там аренд, условий, там того всего пятого, десятого. Ну кто кому даст полмиллиона долларов? Сегодня перед Татьяной Беркович уже не стоит проблема организации бизнеса с нуля. Свой первый ресторан она открыла почти 15 лет назад. Как никто другой, Татьяна знает все нюансы своего бизнеса. И признается, нормально работать в России пока невозможно. Если вы имеете ресторан и вы работаете там, в этом ресторане, да, не директор, а вы сами, это адский труд, адский.
Это с утра до ночи головная боль, это с утра до ночи какие-то решения, какие-то организационных вопросов. И плюс к этому к вам еще приходит... И если хорошо, если он съест борща и выпьет рюмку водки, он же еще хочет денег, а денег не так много зарабатывается, как кажется. Это так, знаете, вот говорят, о, ресторан. Тяжелый труд. И пока всем раздашь, тоже не очень много останется. К сожалению. Татьяна Беркович – дочь известного советского танцора-степиста Михаила Юрьевича Кушнера. Ее семья была очень обеспеченной. И тем не менее, Татьяна уже в юные годы стала зарабатывать сама. Когда ей исполнилось 15 лет, мама отвела ее в московский дом моделей. Я стояла на примерках по 4, по 6 часов. Знаете, что это, когда ты стоишь истуканом? Это тяжелый труд, это так кажется. Знаете, там манекенщица, модели, это сейчас это все так красиво. А тогда стояли на примерках. Тогда это был адский труд, и я работала. Потом я спекулировала, под статью, как говорится, ходила. Среда, в которой выросла Татьяна, наложила свой отпечаток на мировоззрение и поведение девушки. Татьяна привыкла к богемной жизни. Как правило, она ужинала в ресторане «Дома кино», посещала модные выставки и кинофестивали. Ее родители дружили с известными художниками и артистами. Эмиграция в Германию изменила привычный порядок вещей. В 1978 году, когда появилась возможность, семья покинула Советский Союз. Я попадаю в город Дюссельдорф, я не знаю ни одного слова по-немецки. Я училась во французской спецшколе, и я приезжаю и понимаю, что мне надо что-то делать, потому что, ну, а как? Мне нужны деньги, потому что я не понимала никогда, я не знала, чтобы за меня кто-то заплатил, там, меня куда-то ждать, чтобы меня куда-то пригласили. Я всю жизнь хочу пригласить всех сама вперед и быстрее. Поэтому для меня было нормальным. Я пошла работать сначала вообще в кнайпу. Знаете, что такое кнайпа? Кнайпа – это где стоят пьяные немецкие мужики, пьют пиво. Трудности и неудачи не сломали Татьяну. Она проработала в кнайпе 3 месяца. Этого времени ей хватило, чтобы научиться бегло говорить по-немецки и понять, что вечно оставаться официанткой она не хочет. В это время в Дюссельдорфе 2 молодых итальянца открыли новый ночной клуб. Это был целый комплекс, который состоял из ресторана, нескольких кафе и танцполов. Именно сюда Татьяна перешла работать из кнайпа и вскоре стала старшим менеджером. Моя мама настолько далека от этого, от всего. И мой папа, естественно, человек искусства, так, который всю жизнь бьет чечетку. Какая коммерция? Дедушки, бабушки какие-то там, архитекторы у меня были. Ну, не было никого, кто бы там мог сказать, там, я коммерсант. Вот у меня, а во мне вдруг это проснулось. Мне кажется, что это не передается по наследству. И это не генетически заложенный фактор, а это то, что из тебя жизнь делает, наверное, встреча с какими-то людьми в определенный момент, на каком-то этапе. В 1988 году Татьяна Беркович вернулась в Москву. Столица тех лет уже мало напоминала город ее детства. То, что раньше называлось спекуляцией, теперь именовалось введением собственного бизнеса. Татьяна не собиралась открывать здесь свое дело. Однако случай изменил всю ее последующую жизнь. Я очень хотела ресторан всегда. Не знаю почему. Мне мама позвонила, говорит, звонил Этуш, предлагает помещение. Ну, я пошла, посмотрела, говорю, о, будет ресторан. И мы пригласили из Берлина нашего там одного знакомого, у него как раз вот в Семирамисе был ресторан, и он приехал и нам помог все это сделать, ну, не бесплатно, за деньги. Вот, и я открыла тогда ресторан. И вот как-то пошло-пошло-поехало, я осталась в этом бизнесе. Татьяне пришлось лично решать множество вопросов. Каким будет меню, где закупать продукты, как воспитать и вырастить профессиональный персонал. Она вникала буквально во все мелочи. Именно это принесло ей успех. Смотри, у нее все уже от восторга у нее падает все, да? А ты меня как видишь, прям радуешься, да? Ты моя золотая. Ну ладно, пусть работают люди. Вот у нас тут запасы, все есть. Такие мы, шикарные ребята. Вот повар у нас, шеф наш, самый главный. Видите, чудеса творит какие.
За последние 20 лет Татьяна Беркович открыла в Москве несколько ресторанов и кафе, которые в разный период времени становились культовыми и популярными заведениями. Это и ресторан на Рублевском шоссе, и уютное кафе в центре Москвы, в котором любила собираться творческая элита страны, и демократичный бар на Петровке. Все эти разные заведения отличала одна общая черта. Хозяйка всегда лично встречала гостей. Этот незатейливый ход, подсмотренный в немецких ресторанах, сейчас привлекает в новый ресторан Татьяны огромное количество посетителей. Ты приходишь туда в ресторан, и тебя хозяин встречает. Им приятно, да, они немцы. А русским как приятно. Представляете, вы приходите, а вам говорят, ой, здравствуйте там. И встречает вас не просто там кто-то, кто вам пальто снимает, а выходит хозяйка и говорит вам какие-то там приятные слова, спрашивает, что-то интересуется. Сегодня в Москве при таком количестве конкуренции, это, мне кажется, это очень важно. Обычная тактика Татьяны Беркович как бизнесмена – это открыть ресторан, сделать его модным заведением, а потом продать подороже. Именно так она заработала свой капитал. Схема отработана до мелочей. И тем не менее, каждый свой новый ресторан она считает уникальным. Слава, а почему вы не сделали эту? Надо же отдать и сделать. Поставить это зеркало, стекло. Давай. И вторая где-то куда-то делать. Для меня это большая радость и честь, что я могу с людьми как-то вступить в какой-то контакт. И самое интересное, что, вы знаете, люди так откликаются на это, и так они радуются. Ну, русский человек, ему душа, все, ему это так приятно, и все. Я с удовольствием встречаю своих гостей. И, может быть, не знаю, мне вот, например, подход этот домашнего ресторана, он мне близок. Радость человеческого общения, не все, ну, не обязательно так гоняться, да, за грошами. Можно и развлекаться. Пройдя путь от официантки до владельца собственных ресторанов, Татьяна Беркович имеет свой взгляд на то, как можно достичь успеха в жизни. В своих детях Татьяна воспитывает прежде всего уважение к труду. Ее дочь в свободное время работает обычной официанткой. Я плачу ей зарплату, и она работает. Она знает, что такое деньги, ей 10 лет. Она очень хорошо понимает, что это и каким трудом тяжелым это достается. Может быть, она не перерабатывается, понятно. Но вот эта спесь, которая уходит, в принципе, она могла бы быть очень высокомерной, очень такой девушкой с гонором, потому что у нее папа очень состоятельный, у нее мама не последний человек в этом городе, да, и, казалось бы, она совершенно другой человек. Она одевает фартук. Она берет тарелку, несет клиентам, они ей дают на чай. То есть она знает, что такое жизнь, она понимает. Мой сын вырос точно так же. Россия – страна огромных возможностей. Сегодня так утверждают люди, которые добились успеха благодаря собственному уму, таланту, трудолюбию и, конечно, удаче. Их бизнес – основа благополучия и процветания экономики нашей страны. И несмотря на все сложности ведения собственного дела в России, почти никто из них не собирается отказываться от своего бизнеса. Для них свое дело – это смысл жизни, способ самовыражения и самореализации. Они работают сами и дают работу другим. Главное, чтобы им никто не мешал.